В продолжении темы благоустройства «Навести чистоту» контейнерные площадки в Щелкове переделывают в соответствии с нормами благоустройства, установленными правительством Московской области. Администрацией Щелковского района было принято решение провести модернизацию. На площадках должно появиться специальное ограждение. Начать благоустройство решили с площадки на улице Центральная. До недавнего времени ограждения вокруг контейнеров здесь не было, вследствие чего мусор часто разносило ветром. Установка с чем связана? С тем, чтобы сократить, уменьшить разлетаемость мусора на данной территории, это раз. И как-то облагородить контейнерные площадки во всем городском поселении, так как 90% площадок в Щелково, они у нас не обустроены, не облагорожены. Так, на контейнерной площадке были установлены ограждения с трех сторон и навес. Объект благоустройства разработан и изготовлен софринской компанией «Стройпрокат». В дальнейшем по такому проекту будут модернизированы и остальные площадки в городе Щелково, от центральных микрорайонов до частного сектора.